Представить вам Касперский Security Center – инструмент для централизованного управления комплексной системой защиты. В ближайшие несколько минут мы поговорим о таких функциях этого эффективного и удобного средства администрирования, как централизованное развертывание, мониторинг и управление защитой рабочих станций, а также формирование отчетов о событиях и обнаруженных уязвимостях. С помощью Касперский Security Center администраторы могут управлять разными продуктами лаборатории Касперского через единый интерфейс. Но обо всем по порядку. При выборе средства для обеспечения безопасности корпоративной сети руководителей часто тревожат финансовые и временные затраты, связанные с его внедрением, особенно если речь идет о замене уже имеющегося защитного решения. При использовании Касперский Security Center такой проблемы нет. Установка продуктов лаборатории Касперского осуществляется по команде администратора, а Касперский Endpoint Security для Windows и вовсе способен взять на себя функцию автоматического удаления предыдущего защитного решения. Наряду с развертыванием продуктов лаборатории Касперского Касперский Security Center позволяет устанавливать приложения сторонних производителей, например, корпоративную программу мгновенного обмена сообщениями. Касперский Security Center облегчает работу администраторов, позволяя им эффективно и без дополнительных затрат времени и сил управлять продуктами лаборатории Касперского. От загрузки и установки обновлений до создания политик, регулирующих использование интернета и устройств. Обновления антивирусных баз загружаются централизованно и быстро становятся доступными для всех узлов корпоративной сети. Не менее просто управлять и активностью пользователей. Для этого достаточно настроить соответствующие политики. Например, с их помощью можно защитить сотрудников от нежелательного интернет-контента или ограничить использование ими USB-устройств. Интерфейс управления политиками интуитивно понятен и удобен в использовании. Так что создавать самые разнообразные политики очень легко. Например, Касперский Security Center позволяет создавать политики для мобильных пользователей и автоматически применять их, когда пользователи покидают пределы корпоративной сети. Для таких случаев можно установить менее строгие правила пользования веб-браузером и интернет-ресурсами или разрешить подключение USB-принтера. Мы в лаборатории Касперского прекрасно понимаем, что универсальных рецептов не существует. Поэтому Касперский Security Center поддерживает создание тех политик, которые необходимы именно вам. Касперский Security Center позволяет без труда контролировать применение текущих политик безопасности. Администраторы могут мгновенно оценить статус защиты, просто взглянув на информационную панель, которую можно настроить в соответствии с конкретными задачами. Достаточно гибко настраиваются и отчеты. В отчете может отображаться различная информация, например, сведения о заблокированных вредоносных программах или о попытках нарушения политики безопасности при работе с браузером. Как только отчет создан, он тут же становится доступен через консоль администрирования. Кроме того, можно настроить автоматическую отправку отчетов по электронной почте, что наверняка придется по душе специалистам кадровых служб и IT-отделов. Сбор сведений для составления отчетов не ограничен только продуктами лаборатории Касперского. Возможен, например, полный аудит программного обеспечения и оборудования в корпоративной сети. Кроме того, администратор может получать сведения о запуске неавторизованных приложений или об использовании в корпоративной сети различных версий приложений. Касперский
Касперский Security Center – это централизованный инструмент управления, который содержит средства для поэтапного развертывания и гибкого управления системой защиты, а также для формирования детальных отчетов и позволяет администраторам эффективно контролировать и управлять информационной безопасностью корпоративной IT-инфраструктуры.